это замерзший кубик, живец. То, что превратился он за 7 часов вечера и вот до утра. До 7 часов утра, за 12 часов замерз напрочь. Холодно было ночью, но костер выручил, выручил здорово. Поклевок больше не было. Поймал одного налимчика ночью. Соседи на том берегу легли спать. Час ночи. С левой стороны, по моему берегу, где-то ориентировочно, где-то пол второго, перестали с фонариками бегать. Погас у них костер, легли они спать. Как я понимаю, значит, клюв был не ахти. В принципе, пустым не возвращаюсь. Тем более, первым налим вообще за все, сколько я ловлю. Впервые с ним сталкиваюсь. Рыба интересная, довольно-таки своеобразная. Ну и весьма-весьма вкусная. Ха-ха. Вот. Перепробовал кучу живцов. Самых разнообразных. Стоял и окунь, стоял и пескарь. И поддуз стоял. Плотва стоял. Вот. Хапнул он как раз на плотвичку, на маленькую. И больше после этого ничего не было. Хищник не бил, ни ночью не выходил, ни судак, никого не было. Тишина, спокойствие, тишина, гладь. Туман, туман. Ночью подтягивал небольшой ветер, наверное, часов с двух начал, с полтретьего. Осложнил у меня пребывание на берегу. Ну, шло еще 2 или 3 раза, бегал я за дровами. Ну, эмоциональная составляющая от этой поездки у меня ни в коем разе хуже не стало. Здорово. Необычно, контрасты. По отношению с летом. Огромная разница. Интересно, интересно. В дальнейшем буду пробовать дальше ловить налима. Еще планирую 2-3 выезда. Это уже будет, как я понимаю, ноябрь месяц. Там, в принципе, видно будет, как лед станет, если будет затяжная зима. Точнее, поздняя. Соответственно, будем ездить в открытой воде, пробуют ловить налима. По возможности судака. Это место, я так думаю, я поменяю. Попробую с правой стороны. Немножко я сбился с ориентирами, ушел не туда. Куда мне советовал товарищ, советовал мне как раз вот на этот островок небольшой уйти на косу. Я сразу сориентировался, когда уже спохватился, было уже поздно. Спиннинги стояли, лагерь разбит, дрова заготовлены, живец наловлен. Все перетаскивать мне не захотелось. В принципе, не зря. Поймал, поймал. Просто так. Все отлично, все супер, настроение отличное. Осталось дождаться электрички и можно выдвигаться домой. Ну, в принципе, все. До следующих выездов.